как-то замельчили здесь ярославцы, но хорошо удалось им все-таки углубиться в зону соперника. Шалунов, гол! 2-2. Ну вот, покритиковали. Мы дождались. Да, дождались. Вот он свой момент и использовал. Ну вот, вот, собственно говоря, что ждут от Шалунова. По идее, ты можешь там всю игру простоять, но свое дело сделать должен. Бросок у Шалунова великолепный, он его и продемонстрировал. И давайте посмотрим, вроде какой-то там не очень голевая позиция-то у него была. А, да нет, все, хорошая была позиция, и как-то тут армейцы не разобрались.